Мелкий хищник лесной зоны, горностай, входит в десятку самых агрессивных млекопитающих. Обладает хорошим зрением, обонянием и слухом. Быстрый зверек, способен преодолевать большие расстояния, переплывать реки, ловко лазать по деревьям и передвигаться по подземным норам. Внешне он похож на ласку и такой же беспредельщик, но немного крупнее и с темным кончиком хвоста. Шубка горностая меняет цвет в зависимости от сезона, но кончик хвоста остается черным в любое время года. Всю живность в поле зрения они рассматривают как потенциальный обед. Ему по силам даже крупная добыча. В качестве охотничьего приема горностай исполняет особый только ему понятный танец, усыпляя таким образом бдительность добычи. Это обычно молчаливое животное издает различные звуки.